руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Азербайджан в ближайшие два месяца должен решить, каким путем идти в решении своей повестки и какие темы ставить в приоритет. Тема мирного договора и тема границы объединяют Азербайджан и Армению. Противники же мирного договора в лице России и Ирана являются действующими игроками в регионе. И поэтому процесс мирного договора проистекает в такой напряженной ситуации. Россия везет вооружение в Карабах, посылает Варданяна, а Иран собрал войска у границ. Разблокировка и процесс по границе противоречивые, однако мирный договор может способствовать компромиссному решению вопросов. По теме армян Карабаха мы наблюдаем близость позиций России, США и ЕС. У России это больше геополитический интерес, у США же более внутреннего характера. Однако действия России в зоне развертывания, особенно пророссийские акции, могут и должны ослабить интерес США и ЕС к этой теме. Особенно это может быть при победе республиканцев на промежуточных выборах. Азербайджан в ближайшие два месяца должен решить, каким путем идти в решении своей повестки и какие темы ставить в приоритет.